Чаваш фильмзень азам фестивалінчин дирижизене палатрыч. Конкурс запуре вынзагар документла фильм, тада сагар илемля картина худшынна. Шак фестивале Бужарагане, тогда Ергелегене, Чавашкин рейх, кематографисен прлеживе. Тваттамыш худ Ердегень уяв, Чавашкин и искусственне самай, видим кюнине, палардаще буштарны зем. Режиссер зембе, оператор зем, сценарист зем, пробырын день вренеще. Шак изже, Шамрык сем, ябышен деду винать. Шак кинофестивале худшанаган изсем, дегутларах взем, еп илемле художествовало фильм зем, берги калады пинде взем, инде энтузиазм шайнче туна фильм зем. Ман эмеденде Чавашкин студии дезекала править хэнде. Везем паянки кунашель булинде документалы шсембе шлеше булзасын. Юлим рень веземде шак илемле художествовало фильм зем хатерлесе пиде жанады. Николай Семенов Югерни Амажюры фильм Кураган зем Камалана фильм номинация ребаларджи. Картина наш кулзенчик дартына балартны савандара Чамрык режиссера. Фестиваль жаэнде киносценаризен пичинге иртре. Унда буре пилек проект худшынна. Иге шендер юже. Шак сценаризен Югерни фильм зене берче ретлиген фестиваль дегурма булдары бар. Фильм зем Югерни май Пирин артистен стало, где бы заклан забирали. Артистен биде пирин профессионал артистен бур. Шамрык сен театр инжеде, Чаваш академия театр инжеде, ишсене бухадын да, чум заванат. Межінде зен, бізен осталыге, расшей ри фильм зен жиби пегех. Шай шамбатних шивгар забирай. Жал гран-при в Красном море документальный фильм девичри. Сценарий автора Сергей Щербаков. Режиссер Андрей Митешин. Он зарубочный оператор, монтажер режиссер, хирарм рольни, арзин рольни, Чилай Калаплагана. Тогда ты номинация еще не режиссер, Дисларич. Чанбекте Халгун. Тогда Галанте Шогор Кильди, Шогор Шоржилле фестиваль в Убире. Не бери пиди хавас, пирин чундра канлих, нажен дезень, и бери фестиваль де, чуваш этня шертмеремер, тогда шаг фестиваль береги, урух регион зенденде, тальзядрасе салам зем, шанга власть, везенде, пожарганасе, шаг кинофестиваль де, шандерне эссененде, тенде жаенде, фестиваль зенде, худшусма, халек переченеще. Республика Гларомбаля Алексей Зотиков, Валерий Резюков.